Поклонники Эвелины Блёданс резко осудили ее экс-супруга за уход из семьи. Недавно телеведущая призналась, что развелась с мужем. Несколько дней назад стало известно, что Эвелина Блёданс развелась с мужем после 6 лет брака. Выяснилось, что знаменитость создавала иллюзию счастливой атмосферы в семье, размещая снимки с Александром, а на самом деле они давно расстались. Накануне Блёданс стала героиней программы «Прямой эфир», где впервые рассказала о разводе с супругом. Эвелина признается, что до сих пор любит Александра, но считает, что они все сделали правильно. Все шло постепенно, романтическая история постепенно закончилась, а ей на замену ничего не пришло. Я считаю правильным поддерживать всех своих бывших мужчин и винить во всем себя. Может, я где-то поступила не так, где-то недоработала. В глубине души я понимаю, что я хотела бы его вернуть. Хотя я понимаю, что мы все сделали правильно. Я ни в коем случае не хочу, чтобы говорили что-то плохое о Саше. Он принял правильное решение. Он продолжает оставаться прекрасным мужчиной и отцом для Саши. Эмоционально произнесла телеведущая. Отметим, что сам Александр Семин за последние полгода заметно изменился. Он сильно похудел и, по слухам, уже завел новый роман. Блёданс утверждает, что бывший муж назначил ей хорошие алименты и во всем поддерживает. Она отзывается об Александре исключительно с теплотой.